доме кто есть? Я один. А в деревне чужие есть? Промысловая, промысловая. Лодки на замке? Нет. Зачем? Значит, в деревне одна мелкашка и одна берданка. И все? Так точно. Пойди сделай. Значит, так, уходим. На крыльце. Угу. В дом не води. Крюк. Если что, кончай обоих разом. Хочешь? Почему раньше не упредил с легавым? Ну, теперь я с вами. Катер — это хорошо. Ночи легавый избе не возьмем. Заблажат собаки, посечет очередями. Нам и завтра напрямки не выйти. Надо послать его, пусть выманит. А нет. Я люблю, когда на виду. И пощупать можно. Может, не прийти. Я ему не начальник. Не придет. Значит, плохо позвал. Закрыть всех по домам. Никого не выпускать. Витек. Возьмите два ствола и всех собак. Михалыч, погляди лодки. Бабу на пристани не троньте. Слушай сюда, доходяги. Вот вам задание, бери лопату и копай могилу героически погибшему гражданину начальнику. Задание ясно? Эй, подлюки, чё встали? Копать вот здесь, у камня, чтоб могилку легавого со всех сторон видать было. Что может твоя власть? Убить меня. Так и я могу убить тебя. И любого. Твоя власть что дала тебе? Гроши. А я? Я красиво живу. Я беру сколько надо. И еще вдвое. Я красиво живу. А по тебе ходят, ты подошвы лежишь. Я исполняю долг. Да заткнешься ты в конец, козел вонючий. Дай его мне, я разорву его патру. Куда ты? Всем быть здесь, когда гости нагрянут. Муха. Держи за Михалычем лес. Ты чё? Ты себя лыжмой что ли считаешь? А может и меня?
Я в законе, а ты, падаль мародер, а тебя трупами в пердеть!